Кроне является ведущим мировым производителем и поставщиком решений в области промышленных измерений. Компания предлагает своим заказчикам широкий ассортимент промышленных расходомеров для измерения объемного и массового расхода жидкости и газов, уровнемеров и сигнализаторов уровня, датчиков температуры и давления. Компания Кроне представлена в крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Салавате, Красноярске, Краснодаре, Оренбурге, Набережных Челнах, Белгороде, Иркутске, Сургуте, Хабаровске и в Самаре, где расположено производственное предприятие ООО «Кроне Автоматика». В 2015 году производственное предприятие «Кроне Автоматика» завершило строительство своего нового здания. Это ультрасовременный комплекс, открывающий большие возможности для развития не только самой компании, но и региона в целом. Здесь созданы все условия для выпуска технологичных, высокоточных, современных контрольно-измерительных приборов в России. В новом здании организованы производство и сборка приборов новой линейки, расширение которой ООО «Кроне Автоматика» анонсировало в начале 2015 года. Отсюда будут налажены поставки новых моделей ультразвуковых и электромагнитных расходомеров, радарных, рефлекс-радарных и байпасных уровнемеров, производство которых обеспечит вклад компании «Кроне» в реализацию государственной программы импортозамещения. Открытие нового производственного корпуса – это не только огромный шаг вперед в развитии нашей компании, но и значимое событие для экономики и промышленности Самарского региона. На предприятии «Кроне Автоматика» производственный процесс налажен последовательно и начинается с первичной обработки материалов. Вся номенклатура приборов, фланцев и крепежных элементов производится в строгом соответствии с нормативно-технической документацией из многих рекомендуемых отечественных и импортных марок сталей. 09Г2С, Сталь-20, 316Л и другие. Дальнейшая обработка производится на современном высокотехнологичном оборудовании, квалифицированным персоналом с постоянным контролем качества на выходе, что позволяет компании на протяжении более двух десятилетий выпускать оборудование, соответствующее всем действующим международным стандартам и российским нормам производства. На производстве применяются несколько основных способов сварки – автоматическая и ручная аргонная сварка, а также полуавтоматическая сварка по технологии МИГ-МАГ, которая обеспечивает высокую производительность при работе с приборами диаметром от 700 мм. Программа предприятия предусматривает производство различных типов приборов, таких как ультразвуковые расходомеры, которые пользуются популярностью среди предприятий нефтегазовой отрасли благодаря своей надежности и высоким метрологическим характеристикам. Высокоточные электромагнитные расходомеры серии OptiFlux, которая является новинкой производственной программы «Кроне Автоматика». Универсальные вихревые расходомеры серии OptiSphere. А также различные типы уровнемеров, в частности буйковый уровнемер BV25 с конвертером нового поколения M40, имеющим выходные сигналы и опциональный дисплей. Выпускаемые приборы калибруются прямо на предприятии, в результате чего заказчик получает готовый к эксплуатации прибор со свидетельством о первичной поверке, подтверждающим заявленные метрологические характеристики и полным комплектом технической документации. В 2015 году «Кроне Автоматика» запускает новую калибровочную установку, предназначенную для калибровки и поверки расходомеров с условным диаметром до 1600 мм, что выводит компанию на новый уровень. Высота башни составляет 22,5 метра, что позволяет обеспечить диапазон воспроизводимых расходов до 10 тысяч кубических метров в час. На аттестации установки присутствовали представители ведущих международных метрологических институтов, таких как ВНИИМС, ВНИИМ, Голландский метрологический институт ВСЛ, Казахстанский центр метрологии и Казахстанский институт метрологии. Это уникальная установка, не имеющая аналога в России и странах СНГ. Это самое важное. Это прорыв для нашей страны. Это установка, которой нет более ни у кого в России и в странах СНГ. Это единственная установка, которая позволяет делать то, что она умеет. В заключение я бы хотел сказать следующее. Что в этом году мы завершаем проект, большой проект. Этот проект выгоден всем. Выгоден компании «Кроне», потому что компания «Кроне» расширяет свой бизнес –
на территории России стран СНГ. Выгоден России, потому что Россия получает новые технологии, которых до настоящего момента в России просто не существовало. Выгоден сотрудникам, которые работают на этом предприятии, потому что для них организованы современные рабочие места, и они получают достойную зарплату. Этот проект выгоден и мне, потому что исполнилась моя мечта, потому что я смог доказать себе, что любые мысли, которые существуют в твоей голове, материальны. Если ты стремишься следовать тому направлению, которое для себя выбрал. Таким образом, предприятие «Кроны Автоматика» создает новые возможности, благодаря которым технологии контрольно-измерительного процесса успешно развиваются в России.